В Анапу на встречу с главой города-курорта приехали идейные вдохновители фестиваля «Киношок» – Ирина Шевчук и Сергей Новожилов. Ирина Борисовна поделилась с Сергеем Сергеевым впечатлениями о том, что недавно в Москве фильму «А зори здесь тихие» отметили 45-летний юбилей. Теперь есть возможность говорить о том, в какие сроки пройдет в этом году «Киношок» и что для его организации необходимо. Глава города предложил тему юбилея знаменитого и любимого фильма не терять. Она очень актуальна для патриотического воспитания молодежи. Ирина Борисовна поделилась планами на время визита в Краснодарский край. Встреча с обсуждением планов по организации фестиваля предстоит с вице-губернатором Краснодарского края Анной Меньковой. А также Ирина Шевчук и Сергей Новожилов планируют принять участие в юбилейных торжествах Владимира Рунова. Фестиваль будет, не слушайте. Я ничего такого не говорила, отказываюсь. Мы любим Анапу по-прежнему и надеюсь, что Анапа нас.